Здравствуйте, вы смотрите новости. В правительстве края будут сокращены должности вице-губернатора и его помощников. Об этой инициативе Сергей Фургал заявил на заседании Законодательной думы. Глава региона впервые выступил перед депутатами нового созыва. Было рассмотрено несколько законодательных инициатив. Репортаж Ксении Брониславской. В ближайшие 3 года доходы краевой казны планируется увеличить на 12 миллиардов рублей. Бюджет останется социально ориентированным. В своем выступлении Сергей Фургал отметил, что экономить будут на других статьях. Так сокращается очередная номинальная должность в правительстве – вице-губернатора. Заодно сэкономят на его помощниках. Увольнять никого не придется. Уже год это место пустует. На сегодняшний день в правительстве есть первые заместители председателя правительства. И должность вице-губернатора, она является просто такой номинальной должностью, без, скажем, должностью без четких функций и без четких задач. Еще одна инициатива губернатора – вернуть прямые выборы глав районов. Их отменили в 2016 году из соображений экономии и желания оградить население от горя управленцев. Назначением руководителей районных администраций занялась специальная комиссия. Теперь право выбора вернут населению. Закон о прямых выборах начнет действовать с ноября. Поддержал губернатор и другую законодательную инициативу, которая принадлежит депутатам Амурского района. Они предлагают вдвое увеличить подъемные начинающим педагогам. Выплата пособия в размере 4 окладов уже не менялась на протяжении 20 лет. Она была установлена в таком размере в 1997 году законом Хабаровского края. Губернатор внес законопроект и об отмене налоговых льгот для лесозаготовителей и золотодобытчиков. По мнению Сергея Фургала, бюджет недополучает доходы из-за того, что такие предприятия пользуются преференциями, как участники региональных инвестиционных программ. Я хочу заверить вас в том, что мы приложим все усилия для того, чтобы сохранить эту связь с нашими избирателями, перенести в конструктивное русло те наказы и инициативы, которые поступят в Законодательную думу на предстоящем отрезке нашей работы. Я уверена, что все у нас получится. Сергей Фургал призвал депутатов не забывать об избирателях, учитывать общественное мнение и пригласил к совместному участию в рабочих поездках по краю. Ксения Брониславская, Константин Пестерев, телеканал «Губерния».